Друзья, всем привет! Небольшой обзорчик Растюх. Это у нас медуза. Вот такая вот хорошая деточка. Медузы. Так. Это у нас красотка Монстера Адансона Варигата. Пришла она маленькой деточкой. Долго довольно адаптировалась. Листики почему-то гибли-гибли. Но сейчас вот я смотрю, что она пошла в рост и начала раскрашиваться. Листик новый выправляет. И главности на этой стороне есть варигатность, а на этой нету. Вот так вот. Красота. Так, Magic Mask. Вот тоже детульку дала. Варигатности пока не видать. А сам лист-то вон какой красивый. Будем наблюдать. Magic Mask. Так, это у нас Lemon Lime Fill. Это я все покупала срезами. С Санкт-Петербурга мне приходили. Ну, корни пошли. Не только крепкая, хорошая, нарастает. Листья мощные, плотные. Такие, как картон такой. Хорошая детка. Заворачивает еще листик. Хорошие, качественные получились детульки. Был какой-то у меня вот еще такой фил, я не помню. Но как-то вот они почему-то вот такие неоновые у меня не очень. Кроме Синдапсуса. Малая Голд. Но я его стараюсь прям поливать так это мало. Вот сейчас он высох уже полностью. Надо полить листик. Все стал вяленький. Малая Голд. Так, я сейчас достану большой этот филодендрон. Тоже приходил из Голландии. Поврежденный, правда. Начал расти. Это у нас Муншайн. Так, это листик он разворачивает. Вот такая тоже маленькая-маленькая детулька была. Мне казалось, что у него детка есть, но я не вижу никаких деток тут. Вот как был поврежденный, прорезанный, видно. Вскрывали коробку, порезали и так мне и отправили. Да, это вот все вот старые поврежденные листья. Но я надеюсь вырастить макушку, обрезать и себе уже с качественными листиками нарастить. Это Муншайн. Вот такой вот. Так, и немножко о фикусах. Покупала я их как бы оптом. 10 штук стоили 200 рублей. Но из 10 выжило у меня 8. Просто медленно растет. Земля такая интересная. Вот как бы ее не поливай, она все равно сухая. Не знаю я, что это за земля. Я не меняла. Не стала их тревожить. Потому что они были... Ну, прям малюсенькие. Вот такие, наверное, все были. И вот так вот он растет. Кое-как альба. Ну, вот я вижу, корешок дал. Поэтому я тревожить не стала. Но 2 погибло. И там в этом наборе, почему я выписывала подешевле, был этот фикус Ньюклон. Но он, естественно, и сдох. Так, вот это у нас альба. Так вот, медленно, но растут. Вот это Эльдорадо написано. Ну вот я достала свой фикус. Вот схожие они. Схожие.
Ну, мой-то он уже корней тут вообще мерено не мерено. А здесь, ну, видимо, земля такая. Ну, очень, очень странная земля. Я даже не могу сказать, что это. Как асфальт вот она. Эльдорадо. Это фикус али. У меня свой есть, но тут в групповых булок. Что делать? Растет потихоньку. Али. Это у нас сафари. Тоже напоминает Эльдорадо. Будем наблюдать. Опять эти листики вниз, а это вверх. Будем смотреть сафари. Это, вот более из всех это растет вот этот. Ой, я так что-то смотрю. Лекилайт. Лекилайт. Вот он более-менее растет еще. Вот такая детка. Это White Margin написано. Тоже. Тоже не хочет расти. Вообще медленно. Состригем. Вот такая. Но чуть-чуть растет. У меня такой триангулярис есть. Вот он у меня все-таки получше как-то. Так. Moonlight. Moonlight. Тоже потихонечку растет. Это у нас Анастасия. Так, а тут у меня я свои хочу показать. Это макламе. Вообще самый неприхотливый, наверное. И укореняется легко и в воде, и растет, и ничем она его болезней не нападает. Пересушишь, переувлажняешь, и он как бы ну, такой хороший фикусяка. Ну все, друзья, на этом всем пока-пока.